Снова приветствую, я не конечно продолжаю играть в Майнкрафт. Извините, ребята, я просто специально отключил камеру. Вот видео отключил специально. Я хотел хотя бы сюда поставить стекло. Это мне не нравится, что тут был один бардак. Офигеть, ребята, мне такой крутой дом. Строим. Давайте поскорее. Я уже одно долгое видео выложил. Это было ужасно долго, ребята, верите мне. Вы посмотрите, что они сейчас делают. Убивают рыбу. Ребята, знаете что, ребята? Механик тоже такой летает. Ребята, вы видите, как их... Ребята, знаете что, если их... его... этого монстра уничтожить, то из него попадает один дымок. Извините, ребята. Извините, пожалуйста, ребята. Эндермен! Что? Ты Эндермен? Ты прикинь, он... Эндермен настолько быстро, что ты его уничтожил. Смотри на него в лицо! Ты меня в лицо не смотришь. Ребята, верьте, что... Ага, он что-то тащил, понятно теперь. Он что-то скрывает от меня, Эндермен. Шутка. Ребят, как я мог ставить вообще вещи издалека? Ну как, просто как? Ну ладно, шипочку оставлю. Так, ребята, мы начинаем самую хорошую делу. Так, ребята, мне нужно меч, так, на 3 урона, да. Так, какой у меня могучий меч. Так, ребята, нам еще надо только поставить наверху. Вот. Так, ребята, мне еще надо броню такую же самую сделать, ребята. А что я делал вообще не так? Ребята, что я натворил? Мне это враг. Так, ребята. Вставляем. Так, ребята. Сейчас мне надо броня. Так. Броня. Ага. Так, ребята, все, надо уже действовать. Скоро я дострою свой дом. Ага. Так. Ну да ладно. Да ладно, да? Ребята, ой. Я еще хочу поставить святые. Так, ребята. Надо уже делать. Так, ребята. Так, где мы должны уже... Да. Да, то, что нужно. Так, ребята. Так. Ага. Так. Так. Хорошо. Все готово, ребята. Еще броню положу в сундук. Пускай мне будет 2 брони алмазных. Ребята, это хорошо, что... Вот вдруг, вот, ребята, если уничтожат этого большого монстра, нужно надо рамку, чтобы, вот, понятно, то, что нужно. Рамка поставить, рамка, то есть, это не рамка. Не рамка, а рамка. А. Так, ребята, мне надо еще цветы поставить.
Так, ребята. Что же... Стоп, ребята. У меня же есть цветы. А вот, да, вот, вот они. Так, ребята, мне надо одевать, блядь. Так, ребята, я не против вставлять цветы. Ребята, хочу, я еще хочу, знаете, что сделать? О, ребята, я как раз кровать нашел. Там не буду вставлять обычную. Ну, хорошо, ребята. Так. То, что нужно. Блин, я уже пропустил ночь. Так, ребят, я не успел поспать. Так, ребят, мне надо цветы снять срочно. Срочно. Ребят, мне нужна сейчас. Сейчас. Сейчас мне нужна... Это, ну горшок для цветов. Да где горшок для цветов, а? Пожалуйста, ребята. Ну где это? Где это? Так, мне надо внимательно смотреть. Внимательно. Угу. Так, мне надо... Так, ребята. Так, ребята, еще. Блин, мне нужно, наверное, написать вода, а? Так. Пишу. Так. Вода. А, ребята, мне нужно мне нужен горшок для цветов. О, нашел. Ну все, ребята. Я просто писал горб и опа, получилось. Так, ребята, а нельзя же, да? Да, блин, реально нельзя. Ну, ходи, ой-ой-ой, как плохо. Так, ребята, мне нужно... Ребята, такое у меня... Тут можно хотя бы кушать. Так, ребята, я должен... Сейчас я должен поставить... Знаете что, ребята? Узнаете что? А, да, мне речь вот это. Как я мог про них забыть, а? Вот это я, конечно, забывал. Нет, так не будет жить цветок. Так, ребята, нам нужно такое, чтобы очень плоское было. Очень-очень-очень-очень плоское. Ребята, нам нужен коврик, значит, ребята. Так, ребята. Офигеть! Вот это дождь! Стой! А, этот монстр погибает, когда... Он погибает, когда... А, монстр погибает, когда, например... Хорошо! Я отказался. Ладно, просто легко поставим. Вот и все, красота! Красота! Так, мне нужно поставить. И еще вот. Опа. Ребята, я люблю Майнкрафт. Так, ребята. Гоу. Ой-ой-ой, господи. Ну все, ребята, мой... У меня все готово. А тут теперь тут тоже будет арена. Ну-ка, как она уже выглядится? Ну-ка. Офигеть, просто читерский дом. Дом читера. Офигеть, ребята, это я сам потрогал. Ребята, пожалуйста, житель, пожалуйста. Послушай, не иди сюда, тут этот монстр может тебя, он тебя может убить. Пожалуйста, не иди сюда. Что за монстр еще, ты говоришь? Он большой, просто сильнее тебя. Он нет, мне надо срочно прятаться. Послушай, знаешь что? Послушай, беги, беги, лучше беги, хорошо? Хорошо, я буду бежать.
Ребята, вы поднимаете? Житель со своей мамой гуляет на улице, а тут обитаются еще монстры. Скелеты, еще вот эти здоровяки. Здоровые монстры, которые убивают. Ой, что тут это делает? Вообще этот блок не вставлял. Ребята. А где те все, которые... Которые в прошлый раз были. А, да, они, походу, их убили давно. Чтоб что-то видел. Живой? Ага. Ну, понятно теперь все. Осталось только таких двоих. Наконец-то, а то... Нет, ребята, мне уже надо вас учить, потому что вы просто уничтожать еще океан. Вы просто всю море уничтожать. Вы все уничтожать, ребята. Что вы делаете, ребята? Офигеть, я видео заснял на 11, офигеть, ребята, ой-ой-ой. Так, ребят, давайте скорее. Наконец-то. Так, тебе пора тоже. Тебе пора перестать убивать океан. Я слышу где-то еще звук такой. Где-то я еще один звук слышу, вот этого монстра. Давайте, ребята, я должен его... Уже давно сказал, что должен победить. Наконец-то! Ура, 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 ура. Ребята, прикиньте, они весь океан почти уничтожили. Вот смотрите, кого они убили. Смотри, кого они... Смотри, рыбу, этого, еще этого. Сколько они убили всех. Ой-ой-ой. Житель, послушай, у меня еще один дома такой есть. А, он же погиб. Шутка. Ребята, этот житель... Эй, ты где? Короче, домой он пошел. Так, ребята. Вот это у меня есть такой еще один. Курица маленькая! Офигеть, ребята. Так вот, почему у меня была такая маленькая курица из Лего Майнкрафт. Так вот, почему. Ребята. Вам не кажется, что мой этот стоит что-то немножко странно в космосе? Так, ребята, я сейчас немножко тут исправлю, поставлю песок. Так, где у нас песок, 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 песок. Где у нас песок? А, вот он. Только, ребята, так, какой песок, ну-ка. Ну да, это не песок, а другие блоки. Ладно, ребята, значит что, ребята, сейчас покажу вам дом. Ну, смотрите. Это типа такое небольшое, тут тоже место арена. Тут мой этот охраняет еще. Ага, тут алмазы лежат. Ну, смотрите, тут и рамка, и это. Ладно, ребята, я вам показал свой дом. Всем пока. Вот, ребята, вам понравился мой дом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Так, отойди, пожалуйста.